Мэгги Альбанези, британская актриса немого кино. Родилась в Лондоне 8 октября 1899 года под именем Маргарита Сесилия Брижитта Люсия Мария Альбанези. Ее мать Аделаида Эфи Роуландс была писателем, а ее отец шевалье Карло Альбанези – итальянским скрипачом. Маргарита обучалась в Королевской академии драматического искусства и дебютировала в кино в 1918 году. Имела успешную театральную карьеру, в частности, играя в постановке «Первый и последний». Вскоре критики стали называть ее как одну из самых ярких и перспективных актрис на британской сцене. Однако, снявшись всего в 6 фильмах, Альбанези скончалась в возрасте 24 лет, 9 декабря 1923 года, предположительно после незаконного аборта. Альбанези была в отношениях с продюсером театра и кино Бейзилом Дином, одержимость актрисы которого продолжалась и после ее смерти. Первоначально Дина привлекло к будущей жене, актрисе Виктории Хоппер, ее внешнее сходство с Альбанези. Бейзил дал ей роли в ряде своих постановок. Его последний художественный фильм «21 день» был снят по мотивам пьесы «Первый и последний», над которым он работал вместе с Альбанези.